всем привет! Сейчас мы с вами будем учиться правильно резать манго. Почему именно правильно? Потому что это такой вот интересный плод, который, если почистить его как картошку, с него начинает течь сок по рукам, по губам, как в сказке. Я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Так вот, я сейчас вам покажу, как мы правильно чистим манго, для того, чтобы его правильно съесть, с наименьшими для нас и для него потерями. Смотрим. Мы берем нож, разрезаем манго почти пополам, в районе косточки. У нас получаются вот две такие вот половинки. Теперь с этой половинкой что мы делаем? Смотрим аккуратно. Прорезаем до самой кожицы продольные полоски и потом поперечные. Вот так вот. Уже идет сок, но сок остается внутри манго. А теперь смотрите, что мы делаем дальше. Выворачиваем его. Берем вилочку. Накалываем аккуратно вилочкой. И съедаем. Точно так же мы чистим вторую половину манго. И как вы видите, руки не в потекшем соке. И все витаминки, как говорят люди, не улетучились никуда. Вот такой вот красавец ежик. Всем приятного аппетита!